Я сейчас у него спросил, он ходит париться в 80-90. Да, ушатало меня знатно. 90% вот не умеет париться, так как Володя рассказывает. Все, что касается печей и дымоходов, он бог. Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов. Второй день я в Новосибирске. Вчера попарил 6 человек по 3 захода. Я думал, меня выжили просто всего. Прям, ну, тяжеловато, конечно, парить. Я за день выпил литров 10 воды и один раз только в туалет сходил. С меня просто вот так вот все потоками вытекало. Сегодня второй день, подписчиков меньше. Приехал Иван Шаферов, это тот человек, который у меня ландшафтный дизайн делает. Саня здесь у нас, это наш представитель в Новосибирске. Кто хочет бани наши попробовать, вот как мы паримся, прям вот, вот то же самое все попробовать. Можете Сане звонить, номер телефона под видео будет, это вот вы в Новосибирск сразу же позвоните. И там же под видео и наш сайт будет «Ефремовская баня». В общем, сегодня вот с утречка сюда пришли, у меня сегодня в 16 часов самолет обратно в Челябинск. Попаримся сейчас, я Ваню попарю, чтобы Ваня прочувствовал вот эту вот русскую баню, чтобы понял, какой пруд мне нужен. Я же пруд делаю для того, чтобы окунуться в воде, чтобы вот это вот все спроектировать, с бани был выход в пруд, чтобы там можно было зимой даже в проруби окунуться, чтобы можно было полежать после бани, отдохнуть. Вот ему надо прочувствовать, потому что я сейчас у него спросил, он ходит париться в 80-90. Сегодня у нас будет 60. Посмотрим, как он попарится, что он скажет после этой бани. Я его еще попарю прям с такими контрастами нормальными, чтобы он прочувствовал, для чего мне вот этот вот пруд и прорубь нужна. Все, я сейчас Ваню веду в баню. Саня говорит, я, говорит, тоже с вами пойду, потому что я, говорит, хочу. Ты, говорит, меня парил, но я, говорит, ничего не видел. На спине, говорит, глаз нету еще. Ну, может быть, что-нибудь операцию мы сделаем, чтобы глаза туда сделал, хотя бы на затылке вот так вот. Говорит, посижу, говорит, хоть посмотрю, что как нужно делать. Хотя я сам нигде, ни у кого я не учился. Как говорят, знаете, я лежал под многими банщиками. Так вот, я сейчас Ваню попарю, Саня посмотрит. Ну и вы с нами погнали в баню, если вы сегодня в баню не ходили, хоть с нами в баню сходите. Мы пошли. Всех этих дней, как бы я понимаю, что здесь, короче, будет по-любому организовано для семейного, без бухача, как бы. И, ну, вот, много людей вчера приехало, которые, как бы, вообще закайфовали от этой бани. Ну, то есть, ну, кто понимает что-то в паре, как бы, я думаю, что они будут ее атаковать, потому что многие вчера отказались от своих 100 градусов, короче, сказали, нахер нам это надо. А баньки круглый год заказывают, там нет сезонности? Да, ну нет, в принципе, как бы сейчас вот мы еще в принципе не начали работать, как бы еще особо рекламы никакой, мы там Инстаграм какой-то завели, и ну люди появляются. Сейчас Ваня вышел после первого захода, он еще разговаривает, я потом сниму, когда он выйдет после второго, третьего захода, посмотрим, что он будет говорить. Ну, мне самому даже интересно, как он будет, как он будет разговаривать после него. Ваня вышел, ну давай рассказывай, что там. Как космические корабли бороздят просторы там ландшафтного дизайна. Да, ушатало меня знатно.
Я думал, как я выйду и буду записывать какой-то контент после этого. Вообще, будут ли меня ноги держать? Ну, тебя покосило на улице, да? Да. Я думал, там земля с травкой. Я думал, сейчас прям это... отпечаток оставлю на память лицом. Я вон с Аней во время парения потихоньку шептал то, что я делал. Че, Сань, как думаешь, такое видео надо записать? Надо записать такое видео, оно очень поучительное. Половину видео я, половину парения я смог смотреть нормально, вторую половину парения я и записывать там что-то пытался, но уже из-под полка, потому что, ну, тяжело. Хотя температуры больше 60-то и не было. Температуры не было, сам пар, сам кайф. И, ну, у меня примерно столько же сейчас эмоций, сколько у Ивана. И я в таком же состоянии сейчас нахожусь. Круто. Очень много клиентов строят себе баньки на участках. Но я больше чем уверен, что 90% вот не умеет париться, так как Володя рассказывает. Поэтому надо разбираться в этой науке. Надо попробовать первый раз хотя бы. Да. Понять контраст до и после. Тас, привет. Тот, с кем вы по WhatsApp общаетесь, вот его номер телефона под всеми видео. Все, что касается печей и дымоходов, он бог. Он просто бог. Обращайтесь, он прям все расскажет про вентиляцию, про печки, про дымоходы, какие стали. Я этого не знаю, он это знает. Так что вот он, Стас, я его даже сейчас приближу.